Второй день рождения отметили квадратовцы. Праздник прошел на улице с играми, песнями, воспоминаниями. Уже с 1 октября культурное пространство распахнуло свои двери для молодежи из Искитима. Сегодня гости квадрата учатся создавать открытки с элементами скетчинга. Для многих это занятие новое. Но у Валерии оно трудностей не вызвало. Она любит создавать красоту своими руками. А еще радует тот факт, что наконец-то квадрат открылся. Атмосферой больше тянул, потому что здесь, тут такие люди собираются. Здесь никто никого не осуждает. Здесь все очень добрые, хорошие. Здесь приятно, здесь тепло. Ну и тянул еще самореализации, потому что я пишу песни, я их пою. И, я могла их петь здесь, собственно, я их пою здесь. Не больше 15 человек, соблюдение масочного режима, обработка рук, дверных ручек, поверхностей и проветривание помещений стали обязательным. Только при таких условиях, говорит куратор, культурное пространство смогло открыться для искитимской молодежи. Конечно, пространство должно работать на более массовую аудиторию, но так как вот такие условия создались, мы подстраиваемся под них, нам ничего другого не остается, нам хочется все равно, чтобы творчество и культура была в городе, и пусть это будет минимальные какие-то наши шаги и минимальное количество людей, но это будет, чем этого не было бы вообще. План мероприятий на октябрь уже готов, пока о событиях сообщают день в день, но в ближайшее время планируют разместить в социальных сетях график работы на месяц. Желающие смогут заранее выбрать события, которые хотят посетить. Вход теперь только по предварительной записи. Это позволит контролировать число участников.